Даниил. Имя Даниил является древнееврейским по происхождению. Произошло от слов «Дани», что в переводе означает «мой судья», и «Эль» – «Бог». Буквальная трактовка звучит как «мой судья Бог» или «Божий суд». Мужское имя Даниил, некогда пользовавшееся популярностью во всех странах СНГ, сегодня используется редко. Но новоиспеченным родителям, желающим воспитать истинного оптимиста, позитивного и сеющего вокруг улыбку человека, стоит все же обратить на него внимание. В рейтинге популярных имен имя Даниил разделяет четвертое место с такими именами, как Данил и Данила. Приходится на 40-42 мальчиков из 1000 новорожденных. Значение и энергетика имени Даниил. Значение имени Даниил сулит непростой, но уникальный по многим параметрам характер. В общих чертах это спокойная, добродушная личность, приветливый и живой во всех смыслах парень, способный воодушевлять окружающий мир, топить его в оптимизме и позитиве. Это человек, у которого со всеми должны быть примерные дружеские отношения, на которого редко кто злится и в отношении которого редко кто поступает плохо. Дипломатичность, выдержанность, общительность, рассудительность, спокойствие – это еще далеко не полный перечень качеств, которыми может похвастаться носитель имени Даниил. В своем большинстве это мужчины сдержанные и спокойные, но проверять психику такого человека на прочность не стоит, ибо он может в любой момент превратиться в эмоционального и агрессивного мужчину, способного на необдуманные поступки. Достоинства и положительные черты. Даниил сдержан и добр, не слишком эмоционален и старается все свои эмоции держать под надежным контролем. Щедр, очень любит помогать другим людям, но не желает делать этого просто так, без просьбы. А еще он положителен и оптимистичен, имеет необычное чувство юмора. Даниил плохо относится к людям, которые не уважают чужие мнения и стараются доминировать над слабыми. Плюс он может избегать общения с людьми, которые ему не доверяют. Его это обижает и оскорбляет одновременно. Астрологическая символика имени Даниил. Камень-талисман – Яшма. Планета-покровитель – Меркурий. Покровительствующая стихия – вода. Животный символ – кашалот. Растительный символ – ясень. Лучший зодиак – рыбы и близнецы. Число Даниила – 3. Счастливый день – среда. Идеальный сезон – весна. Год – свинья. Даниил в детстве. Раннее детство мальчика, которому родители решили выбрать имя Даниил, будет переполнено хорошим. Значение способно одарить носителя кучей хороших характеристик, среди которых доброта, справедливость, честность, доброжелательность, красноречивость, целеустремленность, послушность, активность и множество других, не менее важных. Правда, проявляться все эти характеристики в каждом отдельном взятом случае будут по-разному. Зато всех маленьких Даниилов объединяет один общий фактор – они активны и вечно в действии, не сидят на месте и предпочитают хорошо и весело проводить время со сверстниками. Впрочем, родителям тоже уделяется должное внимание. Даниил – это ребенок, уделяющий внимание всем без исключения, готовый прийти на помощь, никогда не отворачивающийся в нужный момент и каждую минуту готовый к новым испытаниям. У него отличные отношения со сверстниками, как в столь малом возрасте, так и по ходу всей жизни. И более того, Даниил вполне может претендовать на роль лидера. Правда, не официального, а скорее негласного. А еще энергетика этого имени сулит ему уникальный внутренний мир и талант с легкостью адаптироваться ко всему происходящему вокруг. Этого мальчишку трудно смутить, разозлить или загнать в угол. Из любой ситуации он найдет выход и никогда ни с кем не будет спорить до ссоры. Хотя стоит отметить, что это лишь общие черты всех мальчишек, которым дается имя Даниил. Многое в реальности может выглядеть иначе. И многое зависит от воспитания и астрологических покровителей имени. Даниил – подросток. Как уже говорилось ранее, Даниил – это прирожденный лидер, человек с отменными организаторскими способностями, легко добивающийся расположения людей из окружения вне зависимости от того, какое и у кого отношение к его персоне. Мальчишку, над которым прямую власть имеет значение имени Даниил, невозможно довести до крайности. Он умеет держать свои эмоции под контролем и редко обижается, даже если его критикуют или поучают. Уже в столь малом возрасте он умеет располагать к себе людей, добиваться внимания, быть лидером и руководить толпой. Его лидерство невозможно оспорить, но сам он не желает быть ответственным за толпу. И это его главная проблема. Даниил – это обычно личность, боящаяся ответственности, и с этим никто и ничего не сможет поделать.
Зато есть множество положительных моментов. Это умение концентрироваться на важном, внимательность, заботливость, болтливость, красноречивость, умение идти на компромисс, юмористичность, оптимистичность и куча других качеств. Что же касается учебы, то в ней Даниил вряд ли преуспеет. Его привлекают только гуманитарные науки, но даже в них он не преуспеет, ибо не имеет такого важного качества, как усидчивость. Даже если предмет ему и нравится, то зациклиться на нем он не сможет. И это проблема. И приводит она к одному и тому же, к недовольству со стороны преподавательского состава. В браке. Даниил очень серьезно относится к процессу создания новой ячейки общества. Он со всей ответственностью подходит к поискам второй половинки. Его избранница должна быть мягкой, покладистой, сообразительной и хозяйственной женщиной. Не всегда ему с первого брака удается создать счастливую семью, но самое главное то, что женится такой мужчина только по любви. Связи и отношения в семье имеют для мужчины по имени Даниил очень важное значение. Он обожает проводить время в кругу близких, он с удовольствием следует семейным традициям и старается на каждый праздник собирать свою большую семью за одним столом. Кроме того, обладатель этого имени – настоящий хозяин, любящий свое семейное гнездышко и помогающий супруге за ним ухаживать. Даниил – это спокойный, уравновешенный человек, который любит помечтать и побыть где-то в своем мире. При этом у него сильно развито седьмое чувство, поэтому обмануть его вряд ли удастся. Ложь может заставить его сильно разозлиться, но он очень отходчивый. Даниил как отец. Даниилы становятся прекрасными отцами. Они очень трепетно относятся к своим деткам, всегда с радостью проводят с ними свое свободное время. Выезды всей семьей на природу, игры на свежем воздухе, обед на углях и песни вокруг костра – все это не будет редкостью. Они любят ходить с детьми на рыбалку, а с подросшим сыном и на охоту могут сходить. Даниил особенно тщательно следит за физическим здоровьем и развитием малышей, старается закалять детей с самого детства. Он с удовольствием учит их играть в теннис или футбол, помогает научиться делать упражнения на спортивной площадке. Летом его дети никогда не будут сидеть дома. Он из кожи вон вылезет, но непременно отправит их на морской курорт. Даниил учит своих детишек трудолюбию, самостоятельности, взаимоуважению и упорству. Плюс помогает супруге направлять детей в процессе обучения и воспитания. Кроме того, он всегда готов выслушать своего ребенка без осуждений и нравоучений, и более того, всегда даст дельный совет. Совместимость. Если говорить о чувствах, страсти, ответной любви и построении обычных отношений, то тут идеальными парами Даниилу будут такие, как Ада, Антонина, Бронислава, Лина, Фрида и Мирра. Наилучшая же совместимость с такими женскими именами, как Лилия, Нелли, Прасковья, Эдита, Алевтина, Белла и Глория. В данном случае удастся построить прочный, надежный, крепкий, счастливый и эффективный брак. Ну а с Томилой, Диной, Кларой и Серафимой отношений в идеале лучше Даниилу не строить.